Барнаул вошел в тройку столиц российских регионов для недорогих путешествий. Рейтинг составил популярный федеральный сервис поиска отелей. Эксперты рассматривали стоимость путешествия на двух человек, учитывали проживание в недорогой гостинице в конце сентября, обед в кафе и посещение городского музея. Всего проанализировали 80 городов в различных регионах. Результаты таковы. В этом году туристы останавливаются в гостиницах в среднем на двое суток и тратят на проживание 2500 рублей в день. Самыми дешевыми городами для путешествий стали Волгоград, Кемерово и Барнаул, а самыми дорогими – Абакан и Петропавловск-Камчатский.